что мне нужно. Мне обязательно сегодня потребуется предварительный факт, который называется формула Эйлера. Ну, думаю, что многие присутствующие ее знают. Если у нас есть связанный планарный граф, то вершин минус ребер плюс крайний равняется 2. Давайте я все-таки уже для полноты картины это докажу. Значит, представьте себе, что у нас есть абсолютно произвольный граф. У него есть внешняя грань, у него есть вот эти вот вершины, у него есть ребра. Итак, как же так, ну, доказать формулу Эйлера? Проще всего это сделать при помощи тряпки. А именно, если видишь две грани, у которых есть общее ребро, то сотри это ребро и объедини грани в одну. Что произошло? Это число уменьшилось на единицу, и вот это уменьшилось на единицу. Но здесь было с плюсом, здесь с минусом. Если оба уменьшились на единицу, значит выражение не изменилось. Замечательно. Опять видишь две грани объединенные. Вот эта грань и внешняя грань, любое ребро можно стереть, не знаю, какое угодно. Давайте вот это. Все равно. У нас при этом каждый раз количество граней уменьшается на единицу, и количество ребер тоже уменьшается на единицу. Отлично, получили дерево. Ну, как известно, у любого дерева есть вершина. Опять-таки, ребят, на случай, если случайно есть кто-нибудь, кто совсем никогда такие вещи не слышал, почему у любого дерева есть лист, то есть вершина степени 1? Да потому что, если вы возьмете любую вершину, и из нее пойдете по ребрам вперед, то вы когда-нибудь обязательно остановитесь. Потому что если бы вы не остановились, то вы бы зациклились. А это означало бы, что у нас есть цикл, а значит это не дерево. Дерево – это граф без циклов. Когда у нас есть дерево, я только что объяснил, что у него есть обязательно хотя бы один лист, но на самом деле даже два листа, то мы можем запросто стереть вершину и ребро. Уменьшилось на единицу, уменьшилось на единицу. Разность не изменилась. Стереть еще. Ну и так далее. До чего мы дойдем? Одна вершина, одна грань. До одной точки. Вершин одна, ребер ноль, грань одна. Вся вот эта бесконечная формула Эйлера. Ну, значит, она и раньше была верна. Замечательно. Это действительно очень важно.